Друзья, всех приветствую! В сегодняшнем видео мы облицуем маленький санузел большой плиткой. И так как облицовку будем производить крупноформатной плиткой, работу начнем с напольной плитки. СВП будем применять от Tyler Expert. Время показало, что эта система неплохо справляется со своей задачей. Даже если система забита клеем, то удалить ее не составляет трудности. Далее мы подготовим стены, после чего порежем плитку в нужный нам размер. Система от DLT неплохо справляется с этим. Далее наносим клей на плитку. И производим монтаж плитки. Для усадки такой плиты лучше всего применять вибропесоску. Здесь мы будем использовать СВП в 1 мм, также от Tyler Expert. Далее мы сделаем разметку для оконного проема. Углы обязательно проходим алмазной коронкой.
Распил будем производить также этой системой. Но это вы увидите в следующей части. А чтобы не пропустить самое интересное, подписываемся на мой канал прямо сейчас. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.